Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире очередная передача «Наследие». Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его все дни мои. Сегодня мы находимся опять в нашей студии, где, наверное, вот вы уже как-то соскучились, но это студия, где много-много лет проводятся христианские радиопередачи. Наверное, я уже, наверное, здесь только 20 лет был, а, наверное, еще до того было. То есть это вот такое место особенное, где приходили многие служители. Наверное, много разных передач здесь проходило христианских, и здесь проходила слава Божья. Здесь эта церковь, как я понимаю, Федор Карпиц был старший просвитер этого церкви, помещения, и где строилась вот именно эта студия. Поэтому очень приятно опять прийти в то место, где мы переживали много радости. И вот еще один день посмотрел Бог в нашей жизни, когда мы переживаем радость, это не печаль. Поэтому сегодня еще раз хочу сказать, что наша передача о Боге, о могуществе, о Его силе. Вот, поэтому здесь такое одно из мест я читаю, здесь написано: «Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моим и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Какая радость, что Бог, написано, благословен, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей, но услышал, внял глас умоления моего. Поэтому этот Бог, который когда-то был, здесь написано, псалм, это еще до Нового Завета, Бог, который слышал когда-то, Он слышит сегодня. И это действительно есть приятно, что Он услышал вашу молитву. И Он, если вы будете взывать, я верю, и Он вас услышит. Сегодня у нас вот такой, может быть, особенный день. К нам наш город посетил, приехал. И вот часто ведущий со мной, соведущий, миссионер Илья Коваленко с женой Галиной. Вот, и они в городе, вот с нами есть сегодня в студии. Также есть сестра Мария, с которым вот мы вместе вот ищем, вот радуемся в Боге. И действительно, слава Богу, что Он пришел в нашу жизнь и приходит в жизнь, наверное, всякого призывающего. А кто Его не знает, да познают Его люди, народы. И сегодня такой вопрос, знаете, такой особенный вопрос, может быть, уже годы, которые проходят, и уже годы, которые становимся, мы старше становимся, и люди, но люди все равно мечтают о каком-то счастье, о своих желаниях, и Бог их тоже слышит и дает даже в наши годы уже в 60, и кто-то говорит, уже 70 лет, но он тоже имеет право мечтать и хочет быть веселым и счастливым, то есть душа как-то не стареет. Поэтому я хотел, конечно, это такое большое, конечно, событие произошло вот у Ильи и Гали. Они вот поженились уже год, говорят, даже два, вот два, это тоже событие, и знаете, мне тоже, я получаю звонки тоже от людей, которые вот пытаются, вот где-то, наверное, послышали и хотят устроить свою жизнь, но, говорят, ну это ж так тяжело старшим людям, где-то кого-то найти, это так сложно. И не все, конечно, к этому вот стремятся, но кто-то стремится, и поэтому еще спрашивают и хотят тоже не быть одним. Поэтому давайте, может быть, с этого начнем. Конечно, если долгое время уже люди были одни, и найти какого-то другого человека в таком уже возрасте, мне кажется, довольно действительно это очень сложно. И часто бывает, что люди находят и не очень-то счастливые в этом вопросе. А как вот хотелось бы, чтобы быть действительно счастливым? Давайте, может быть, спросим, наверное, будем спрашивать, наверное, Илью. Илья, потому что Илья что-то и всегда искал тоже. И прежде всего благодарю, Илья, за вашу открытость, что вы всегда
участвовали в передачах, и если даже что-то мне вот как-то не хватает человека, вы всегда выходили в студии и были, поэтому с уважением отношусь и хочу, ну, задаю вам вопрос. Ваша, вот, прежде всего, как вы вот прожили 2 года, уже вот, как вот оно есть в жизни? Давайте, вот, может, мы начнем с вас. Приветствую вас, дорогие радиослушатели, приветствую вас, дорогие наши, даже смотрящие нас сейчас по телевидению или в интернете. Пусть мир Божий наполняет ваши сердца, пусть мир Божий придет в ваши дома, и это евангельская весть, которая всегда проповедуется через наше радиовещание, пусть просто созидает ваши дома, потому что та тема, которую мы сейчас раскроем, это семейная, можно сказать, тема. Бог всегда за семью. И Бог всегда за то, чтобы эта семья состоялась. Когда не было у Адама, это первый человек, которого сотворил Господь, у него не было спутницы жизни, с кем бы он пошел по жизни, он пытался что-то делать своими силами. Когда через него Господь провел весь животный мир и все, там прямо написано так, что Адаму не нашлось пары, и Бог сотворил из ребра ему Еву, и он увидел, какое прекрасное, потому что Бог до этого сказал, нехорошо быть человеку одному. И вот иногда бывает, я здесь немножко даже поговорил в студии, иногда бывает такое в жизни, что пара разбивается, или супруга не стала, а один человек остался, или ее, или его не стало. И получается как бы неполноценная семья. Но так как Бог за семью, то Бог дает второй шанс человеку. И человек может еще верить и надеяться. Он верит, но какая-то вера его еще очень слабенькая. И тут Господь помог, надежду дает. И он через надежду получает, что Бог за тебя, человек. И где-то твоя половинка ходит. Пусть это половинка мужского плана или женского, но у Бога есть предназначение, чтобы ты был счастлив уже повторно, второй раз. То есть Бог за семью. Вспомните, кто читает Слово Божье, особенно мои радиослушатели, многие такие пытливые, читают Слово Божье и даже звонят пастору Вячеславу, задают вопросы. И вопрос, как это Бог избрал Раав, блудницу, даже написано, Раав, избрал и послал к ней именно соглядатая, это мы читаем в Слове Божьем, и когда они пришли туда, эта Раав попросила, если вы действительно люди Божьи, сохраните мое семейство. И она была просто заклята этими 2 соглядатаями. Мы ничего не сможем сделать, потому что Бог в своей власти положил погубить Иерихон. Но если ты сделаешь по слову Бога, если ты сделаешь по нашему увещеванию, и в одну там горницу, какая есть там в стене, соберешь своих родственников, никто из них не погибнет. И получается, Бог множество раз подтвердил через спасение этого рода большого, что Бог за семью. Бог действительно за созидание семьи. И пусть это, что Бог так делает, что Бог так любит семью, сегодня прозвучит. Я действительно потерял свою жену и оплакивал ее, и молился, и 13 месяцев служил ей, был, можно сказать, вместо врачей возле нее, потерял работу из-за нее, на Убере тогда я не работал. Но у Бога был план, немножко поделится моя супруга, которая... Пастор Вячеслав сказал, 2 года. Нет, уже 2 года и 5 месяцев, как мы вместе. И мы счастливая семья, мы вместе, мы живем во Флориде, сейчас посетили. Это большое родство, потому что у пастора Вячеслава и вот сестры его сидят. Оказывается, очень большое родство. Мое родство все в Орегоне, ихнее родство здесь, в Калифорнии. И вот теперь... Когда мы соединили эти 2 родства, у Бога прибыль. У Бога не потеря, а у Бога прибыль. Иногда это для меня как потеря выглядит, потому что я потерял дорогого мне человека. Нет, 43 года мы прожили вместе. Это дорогой был человек. У меня внуков 8.
я тоже созидал какое-то свое родство, но Бог имел план другой. И теперь, если есть в этом плане потеря, есть в другом плане благословение. Пусть Господь благословит. Галя, я немножко знаю твою историю, чуть ты мне немножко так говорил, если это... То есть ты все равно искала человека после того, как ушел твой муж на небеса, а все равно ты встречала каких-то других пастырей, которые были, ты сказала, вот, может быть, которые мечтала даже, но потом Бог сказал, что это не твое. Это как так получилось? Давайте все-таки поделимся. И это прошло много-много лет, и вот теперь ты нашелся человек. Это была потеряна надежда, и потому что если Бог сказал, что это не твое, это довольно, наверное, печалило человека. Давайте, пожалуйста, это тебе будет. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Да, я хочу засвидетельствовать о себе, что я очень счастлива, что мне Господь дал мужа. Но это было как для меня. Я буду говорить о себе, что это был длинный путь. Это был для меня лично, потому что до меня кто-то мне не подсказывал, как это и что это, возможно ли это, и все мое родство не верило, что может Господь дать мне мужа. А я всем говорила, что я верю, что Господь мне даст мужа. И еще не просто мужа, у меня была цель, у меня была планка, на которую я как определяла, что это будет служитель, это будет пастор, это будет евангелист, и это будет человек, который выше духовно у меня стоит, что он будет у меня в авторитете, это будет священник в доме. И у меня не просто это были голые слова, я это ждала. Да, было перед этим, в настоящем, когда мы встретились с Илюшей, у меня было многие другие предлагали мне, я думала, может, этот такой кьютный, это тоже неплохой, но это все было как бы не то. Не то, не то и не то, но я ждала, верила, что это Господь как-то это сделать. Я брала это место Писания, что действительно нехорошо быть человеку одному. До времени мне как-то не было нормально. Я как-то думала, еще сама так мне нормально было. Но потом как-то пришло время, что я поняла конкретно, что мне для того, чтобы мне совершить призвание, на которое на мне есть призвание, потому что на каждом человеке есть от Бога призвание. И ты его не можешь совершить, это призвание один, тебе трудно. Тебе нужен помощник. И если написано, Господь сказал, что нехорошо быть человеку одному, это так оно и есть. И я взялась за это место Писания и сказала, Отец Небесный, ты сам сказал, это твое слово, что нехорошо мне быть одной, поэтому я буду утверждать это слово, буду это провозглашать это слово и буду ожидать лично от тебя, что это будет сверхъестественно. Это я не буду бегать, как другие бегают по церквям, где-то по другим, где-то конференциям, подыскивая себе мужей, потому что этот номер не проходит. У меня лично не проходил. Я тоже где-то несколько раз была в искушениях таких вот, поеду на конференцию, и там такой вроде бы мужчина неплохой, и служитель, и думаю, наверное, это мой. Но был облом один, второй, третий, я поняла, что это не так. Ты должен просто доверять Господу, что Он в свое время, в Его время, и он его путями, он даст тебе мужа. Он так сделает, что ты будешь удивляться, что это будет просто, без напряги, что это будет соединение, его божественное соединение. Ну и так я вот дождалась. Может, я потом продолжу еще? Да. Дождалась я. Хочу еще раз, дорогие радиослушатели, вот такие у нас сегодня гости, Флорида, вот, Илья Коваленко, которого вы слушаете часто в наших передачах, вот, имея такое откровение. Миссионер Илья, вы знаете, вы очень, я думал, вы так часто постите, думаю, какой это Илья? Наверное, худенький, наверное, еле живой, а вы все живы. Это, а вы сюжета. Это ж пост, это тоже серьезное дело. Вы знаете, это... С поста же надо выходить, значит, я и выхожу с поста. Не только я нахожусь у постей и ничего не кушаю. Потом же я выхожу, и за хорошей женой она заботится обо мне, кормит меня хорошо. Так что я не худенький, как видишь, и не зеленый. Илья, у меня следующий вопрос все равно. Там так часто говорится о постах, что это... Вот люди... Это
от Господа приходит такая мысль, что вот как-то вот вы так просто получили, потому что я очень был противником поста. Я знаю, что люди там в церкви говорят, давайте, братья, поститься. А я думаю, вау, вот ты уже начинаешь нажать, а я-то есть хочу, а ты-то не мог попоститься. То есть это целая была такая у меня толчок такой было неприятие. Думаю, ну вот. Вот люди вот как-то так, а вот у вас по-другому, вы как-то это поняли, вы что же не были особенно церковный человек. Как вам вот это, знаете? Но все дело в том, пастор Вячеслав, да. Все дело в том, что когда приходит любовь Отца в твое сердце, в твою жизнь, в твою вообще даже в твое служение, то ты понимаешь, что Ему это нравится, что ты себя смиряешь. Библия говорит, смиритесь под крепкую руку Божью, и вознесет вас в свое время. Получается, если я хочу, как Галочка моя часто говорит, новый левел, то есть ты уже на этом уровне был, тебя Господь, ты видишь, что на этом уровне Он видел и благословил. И теперь, если тебе надо новый левел, значит, ты должен платить какую-то цену. И Богу это нравится, что я иду по слову, и я не ищу другого чего-то, я ищу что угодно Господу. Смиритесь под крепкую руку Божью. Во-первых, я ни однажды не пошел в пост. Постов было много за 38 лет жизни. Уже в декабре, я говорю это по радио много раз говорил, что в декабре будет 39 лет, как я следую за Господом. Это было множество постов. Ни в один пост я не пошел по своей воле, что мне так захотелось. Я просто чувствовал, что это мое время и что Он меня благословит. И где-то было пару раз или, может, три раза я выходил с поста. Я тогда жил в Харькове, это еще на Украине было. Я иду по улице Сумская, открытые окна, звучит музыка, и оттуда сильный-сильный запах, кто-то жарит рыбу. И я отреагировал на этот рыбный запах, и я понял, что я не у посте, я в Адаме, то есть у плотском человеке в Адаме. И есть такой вопрос, ты в Адаме или ты во Христе? Если ты во Христе, ты новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. А если ты в Адаме, то я, услышав этот рыбный запах, я пошел вот так. Ой, как я хочу эту рыбу. То есть я не захотел Бога, а я захотел рыбы. Понимаете? То получается, когда я вхожу в пост, Бог благословляет, и я молюсь за выход. И когда я обучаю людей на то, чтобы они действительно практиковали пост, я говорю, не спеши после поста кушать и не спеши быстро войти в пост. Подготовь свой организм для того, чтобы дьявол не надсмеялся над тобой, чтобы дьявол не сделал вреда, потому что он только ждет, за что ухватиться. И раз мои радиослушатели сейчас слушают или по телевидению это видят, никогда во время поста или даже перед постом не давайте обет, сколько дней вы будете в посте. Иначе просто дьявол будет терпеть. Вы пообещали Богу 7 дней, и вы будете 7 дней без пищи. Без воды не делайте, вода нужна нам. Во всякое время нужна вода, особенно если длительный пост. Но если вы пообещали 7 дней, он будет терпеть вас 6 дней. На 7-й день он вам такой пир устроит, что вы забудете за все на свете. И вы поломаете свой обет. И он надсмеется над вашим постом, что вы неверны перед Богом. Лучше скажите, как я говорил все 38 лет, сколько Господь даст мне силы. И вот он укрепит тебя, и ты мог был и дальше быть. Когда я был в посте 21 день и хотел быть 21 день, он мне дал настолько крепко, что я был 30 дней. А он меня не просил это делать. И Бог никому не указывает время и сроки. Это ты делаешь добровольно и любя Господа. Я просто хочу его. Я ищу эти пути. Вот и все. Вы знаете, как-то мне приходилось встречать, видеть одного человека. Я, конечно, это для меня было неожиданно. Не помню, был он у меня в студии, но я ехал с ним в машине. И он говорит, ну, человек с нововерующих, и он едет в своей машине и говорит, какие-то неприятности.
мне нужно снова вставать в пост, как-то вот такое, все это должно встать на место. Я тогда такие глаза на него, думаю, Господи, это человек вот такой. Что я имею отношение к посту? Мое мнение очень было такое, когда у меня пастор Дан Шепард ушел, мне говорят, поститься, я как-то чувствовал, поститься, как-то у меня не получается. А потом это, я зашел и в одном, искал лице Божие, и на сходе Дух Святой на одного служителя американского, говорит, прославляй меня, не постись, а прославляй меня. Думаю, слава тебе, Господи, как будто кто-то ты не сказал мне, что мне надо идти в пост. Ну, просто Господь, наверное, знает, как вы сказали, каждому дает свое. 100%. То есть свое. Прославляй меня, я буду приводить людей, что ты делаешь, я пишу, и Бог тебе пишет. И я говорю, Господи, да я на этой земле ничего доброго не сделал. А вот Господь, оказывается, что вот что-то доброе, что-то вот такое вот, может быть, понемножку делаем, но Бог за нами. Вот это меня просто потешило, потому что вдруг кто-то говорит, давай, тебе пора в пост. А я думаю, что ты ко мне-то подцепился. То есть хочу сказать, что это, наверное, желание. То есть вы говорите, в этом вы получаете благословение. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы нас слушаете и кто нас смотрит, то мы видите, как вас Господь ведет. Я знаю людей, которые ходят в православную церковь. Ну вот большой пост, уже тут папа ругает, все, чего съел. И вот такие неприятности. Он говорит, да ну, эту церковь, за эти посты. А кто оказывается, кому-то, наверное, полезно. Вот Илья говорит, что в этом и можно иметь с Господом радость. Поэтому видите разнообразие, Илья, а вот эти большие посты. Сейчас я еще одно скажу, дорогой мой радиослушатель, услыши этот месседж. Если ты на исследовании у врача, если ты болеешь какими-то болезнями, и это не рекомендуется, ты не можешь практиковать то, что я практикую. Я не нуждаюсь ни в каком врачебном вспомогающем этим, значит, вещах этих. И потому я чувствую себя прекрасно, что я могу это делать. И я не нарушаю даже и законы, которые Бог установил. Написано, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. И вот это уже особые люди, которые лежат на кровати. Сколько раз мы во время наших радиопередач молились за больных людей. Если ты под наблюдением врача, соблюдай законы, которые врач тебе говорит. И они сами говорят, даже врачи, что очень хорошо, когда ты воздержишься хотя бы от завтрака. А если можешь и от обеда воздержаться, нормально. Но если у человека сахарный диабет, или еще и ему надо принимать лекарства, не делайте того, что делаю я, потому что я в этом не нуждаюсь. Пусть Господь благословит, и как пастор Вячеслав сказал, по мере ваших сил. Что может делать рука твоя, написано, делай это. Если не можешь, значит, у тебя, для тебя есть у Бога совсем другие пути. Будь послушен и Его зову, и Его слову. Но это просто наш личный. Бог никого не привлекает к этому. Это наш личный выбор. Мы хотим Его благодати больше. И как Галочка говорит, мы хотим новый уровень, новый левел. Вот и все. Вот из-за этого. Вот такая у нас сегодня передача, дорогие радиослушатели. Но хочу сказать, что мы счастливые, вы смотрите, Илья не худенький. Я думал уже, наверное, как же его ветром, наверное, будет носить, как человек. Но его ветром не носит, и он говорит, счастливый. То есть, Мария, ты видишь, что человек постится, но я думал, наверное, упадет, или человек пару дней не поест. Галя, кстати, ты жена его, ты разрешаешь, или это все как-то смотришь, что это действительно, это Божье действие. Просто это очень действительно, сейчас если кто-то рассказать о постах, это люди все боятся их постов. Ну, пожалуйста. А, даже Илья, когда идет в пост, и он же работает на Uber по 12 часов, по 14 иногда, и я смотрю, он живее, как еще живчик такой, вот бегает, и даже и ему легко, и он смеется, то есть никаких нету там переживаний. Я другой раз ей говорю, мне даже не требуется то, что вам всем людям требуется. Он готовит мне кушать в этот момент, он готовит нас очень много друзей, к нам постоянно приходит, он еще во время поста, он нам готовит и жаркое, и супы, и харчо, и нас угощает, то есть я вижу, что он конкретно, у него есть на это благодать, как я вижу, это благодать, и ему легко, он без, это не без напряга, без потугов всяких, он в этом посте, и легко, и мне тоже приятно. Приятно видеть своего мужа, что он настолько посвящен, и он это с Господом решает этот вопрос, потому что поначалу я тоже переживала, думаю, так долго,
что же это будет, как это будет, он так, ну, все-таки работает на Uber, это же переутомление. Нет, он свеженький, и ему хорошо, я довольна. Помните, с другой стороны, еще скажу, чем это славно, что во время поста ты так чувствуешь близко небеса, так быстро приходят откровения. Я же как пастор, ко мне обращаются люди с нуждой, и когда они, допустим, позвонили и сказали нужду, и человек еще трубку не положил, а я уже слышу ответ от Господа. Когда я служил одному человеку, и он еще до меня не дошел, очень долго шел с нуждой с этой, он еще не дошел, Бог уже открыл, я тогда как раз был 15 дней поста. Настолько легко было получать откровение, Бог открыл его мысли, как он мыслит, как он себя ведет, как чувствует. И когда он подошел, я сказал ему эти мысли, он заплакал и говорит, откуда ты знаешь мои мысли, откуда... Я не знаю, я человек, но Бога ты так близко чувствуешь. Настолько Бог реально пробивается через эту плоть к нашему духу и от духа к духу говорит, что опять исполняется Слово Божье. Написано, соединяющийся с Господом, один дух с Господом. То есть, то я слышу свою жену, так она хоть, ладно, она во плоти, я во плоти, мы рядом. А то я в духе слышу отчетливее голос, когда ты не загружен ничем. И ни о чем не думаешь. Ну да, когда ты едешь в машине, ты сосредоточенный должен быть. Но даже в машине я слышу, Господь говорит, поверни сейчас налево. И я поворачиваю налево. Оказывается, вечерние новости передают, а там авария случилась. Там погибли люди. Или там что-то разлилось, или еще. И он уберег меня. Помогает. Вот она вспомнила Uber. На Убере множество раз Дух Святой говорил, где остановиться, где стоять дольше. И приходил кастомер, садился в машину. И я не трудился, я просто был в послушании. Во время поста это очень легко делать. Помните, написано, что вот женщина, пожилая женщина, она вдова была, Анна, там написано, да. Она служила постом и молитвой. То есть это было ее, Бог ей сказал такое, и в этом она двигалась. Как-то она как-то иначе пугалась. Но когда человек это служил, значит, это было такое Божье действие, это была благодать на этой женщине? Очень благодать была большая. И без благодати не прорвешься в этом плане. Без благодати реакция идет на окружающий мир. Люди агрессивные, они говорят негативные слова, и человек теряется, как быть, я же верующий, как это он посмел, я у посте тут, а он меня ругает там или еще что-нибудь такое. Но я переживал так Бога, что человек подошел близко ко мне, это было на Украине, я работал токарем, и он приносит разбитые детали, и все говорил только на матюках, только на сквернословии. Ни одного слова русского я не услышал. А он держит и говорит, мне надо это выточить. А я не выдержал, выбил у него эти все детали с рук и говорю, научись по-русски разговаривать, и потом я тебе выточу то, что тебе надо. То есть мое даже невоздержание сработало быстрее, нежели такой я был. А потом я пошел в пост, и он опять подошел ко мне, и опять с матюками. Но когда я был во время поста, ни одного скверного слова я не слышал. Как будто взял кто-то пригоршню этих гороха и об меня вот так бросил, и оно бьется об меня. Эти все матюки бьются об меня, ни одно слово скверное не вошло у меня. Вот так я был защищенный во время поста. Я такую благодать пережил, то, о чем она говорит. Это превыше благодати даже, это благодать на благодать, когда ты вот посвящаешь себя Господу. Так что я не призываю прямо после этой радиопередачи, чтобы все побежали и начали это делать. Я просто говорю, по мере сил, насколько Бог дает вам благодати, вы можете практиковать. Правильно ты сказал, пастор Вячеслав, даже эта пожилая женщина, не отходя, написано, от храма, практиковала пост и молитву. Это было ее обычный образ жизни. Помните, Христос говорил до одного, когда пришли поклониться, один с праведника, как он считал себя, и с других мытарей, он говорит, я пощусь 2 дня в неделю, я то даю десятину. То есть это было в Старом Завете как служение, как он говорил как, об этом. Как правило, как закон.
как правило, как закон. Да. То есть Бог говорил, чтобы они это делали. И они в свое очищение, они приносили эти все вещи, делали, как в храме делалось обычно. То есть он говорит, когда Христос с ними спорил и обличал их, он говорит, милости хочу, а не жертвы. Они ему жертву, то есть и десятину, и на угла становились, молились, вроде жертва. И постились, да, вроде жертва. А он не замечает, потому что это было искусственно. Искусственно. Когда я впервые увидел ее, и мы пришли к ней в гости, и она начала нам служить, я увидел, что она в этот момент нуждается, кто бы ей послужил. Она служит нам, потому что я стал родством этого большого родства. Да, я пришел, и теперь я новый человек, и она начала присматриваться, а что это за человек? И видит, да Божий же человек, сокрушенный, помазанный человек. Я сейчас слышу Господа. Дорогой радиослушатель, если я прямо во время передачи, говоря об этих вещах, слышу Господа, ты там можешь тоже, как радиослушатель, переживать Бога, что мы говорим евангельскую весть, никто под закон не тянет. Но мы хотим, чтобы люди узнавали нас. А как узнают? Как учеников узнавали, что они были со Христом? Они говорили те же слова, исцеляли людей той же силой, и Дух благодати почивал на них. Прекрасно. И я полюбил ее сестру, говорю, это Мариночка, пусть переезжает к нам во Флориду. Она говорит, я была уже в вашей Флориде, но на свадьбу она к нам приехала. Оставила Сакраменто и приехала на свадьбу. И даже чуть ли не помогала, там распорядитель какой был. Нам не понравилось, что она так быстро уехала в Сакраменто. Мы сделали здесь повторную свадьбу, а тут она уже была действительно главным распорядителем. Помогала там во всем. И Галочка после нашей свадьбы в Сакраменто берет и дарит ей букет цветов. Это тебе за твои труды. Но на самом деле это родичи, это наши стали родственники. Вот так Бог соединяет семью. Он за семью. Благословен Господь. Галя, такой следующий вопрос. Для меня очень интересно, конечно, человек, вот пророк Майкл, который у нас в нашей церкви, он очень послужил, именно Господь использовал в твоей жизни его, да? То есть это человек-американец. Ну, вот. А вот как-то получилось даже в этих вопросах, как-то, когда у тебя были тяжелые моменты, он как-то Бог через него использовал. Расскажи о том, что просто даже кто-то славян не мог помочь. Она говорила, что они долго дружили. Долго. Ну, вот немножко. Особенно, а если говорить, он много мне служил, и я просто он много confirmation, как бы подтверждения говорил о том, что Бог мне уже говорил. Он как бы подтверждал это. Подтверждал, что это так, и меня я как заверялась, и особенно о браке моем, он за несколько месяцев, я чувствовала, где-то, вы знаете, вот чувство есть такое, что что-то надвигается, где-то вот Господь будет тебе, Господь где-то даст тебе мужа уже, потому что по времени уже думаешь, по-человечески ждать-то невозможно, а вот, ну, когда кажется, что невозможно, вот тогда и приходит этот ответ, когда кажется, что все уже, но ты дальше стоишь в вере. Да, пророк Майкл очень много мне служил, и именно он говорил, что ты скоро выйдешь замуж, Господь имеет для тебя мужа, он тоже пастор, он евангелист, он именно даже говорил те же вещи, о которых я просила у Господа, именно я просила такого мужа, и вот именно ожидала этого мужа, такого именно у меня были такие запросы, можно сказать, перед Богом молитва такая, прошение, и он много мне, пророк Майкл, служил. Несколько раз Господь ему давал лично мне слово, что ты выйдешь замуж, ты будешь удивляться, ты будешь, и вот это будет очень скоро, прям буквально вот когда Игорь, ну вот мне пророчествовал, и я поверила, и вообще я верю этому Божьему человеку, на котором такая благодать, и он движется любовью, вот то, что я как увидела в нем, как необычного, просто как одного из служителей необычного, движущегося любовью. Любовью. Это любовь, она так тянет. И здесь надо сказать, любимая, и здесь надо сказать, что уезжая с нашей Флориды, она там пожила, сколько ты пожила, 12 лет? Уезжая с нашей Флориды, именно в Сакраменто, здесь она тоже, наверное, около года была, она говорит пастору Игорю, который нас потом и сочетал. Она говорит, пройдет время,
может, и не сказала сколько, но именно ты нас будешь сочитывать. Да. Это представьте, какая вера была у моей будущей супруги, что она молилась об этом, и потом берет и этому же пастору прямо говорит, ты нас и будешь сочитывать. Когда мы приехали уже туда, и у нас уже было все готово, даже и приготовленные и столы для пира, а мы именно к нему позвонили. А не желаешь ли, не получается ли у тебя, чтобы нас сочетать? Мы приехали к нему домой, он сделал нам немножко угощения, побеседовали. И он, может, и забыл то, что она ему обещала. Но она потом ему напомнила. А ты помнишь, пастор Игорь, я же тебе говорила, что ты нас и будешь сочитывать. Он нас именно и сочитывал. Вот так, да, так до мелочей Бог заботился, чтобы эти обетования исполнились. Чуден наш Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Я не знаю, что ты хочешь добавить, что ты скажи, пожалуйста. Я сестра, вот это мои сестра, мой брат, вот так вот. И я так приятно, что сегодня встретились мы здесь, на этом месте. И, конечно, очень, как сказать, много вещь, о чем говорить, потому что видела, что это не сам человек делает, а делает Господь работу. Вот то, что было произошло в их жизни, это чудо для меня всегда осталось. Потому что я не видела таких, как бы, созиданий, такое, такие, в таком возрасте. И, казалось бы, я смотрела на Галину, и она всегда мне говорила, ну, ты увидишь, я, наверное, я все-таки выйду замуж. А я думаю, ну, за кого ты же выйдешь замуж-то? У нее запросы были очень серьезные, и она всегда говорила, ну, я хочу пастора или служителя, или кто-то должен быть такой человек, потому что он на ней вот призвание высокое. Она говорит, я просто чувствую, что я не могу никак быть использована в служении. И вся цель ее была в том, что Господь дал человека для созидания вот этого служения быстрее всего. Конечно, и для себя это тоже очень важно, потому что она полностью расцвела. Вот если я посмотрела, они приехали 2 года спустя, они прожили в Сакраменто, в Флориде, приехали сюда, и я увидела ее спокойное сейчас сердце, и то, что она просто, действительно, я вижу, что просто рука Божья вела, и она просто, это не случайно. Это Господь сам делает большие дела, потому что она как бы открылась для Господа, и так же самое Илья, он уже был подготовлен как служитель. И случилось вот прям вот так, чтобы созидание такое, что 2 человека сходятся в одном направлении, что они хотят. Это прежде всего исполнить волю Божью, я так вижу. И очень приятно, конечно, видеть таких людей, что они дождались вот этого момента, когда уже приходит, я знаю, что Бог использует сильно их уже в служении. Илью он использует уже на радиопередачах. Я думаю, что это очень ценно для многих людей, что доносится много слова. Это важно. На сегодняшний день это так чудно, что есть такие люди, что они просто провозглашают вот эту Божью славу и все остальное. Галина тоже, они вообще миссионеры бывшие, ну, как бы она была на миссионерской уже поле. И как бы для меня большущий, конечно, пример для того, что как дальше двигаться. Для меня ценно видеть вот эту ревность и жажду по Богу, и что Господь уже использует. Даже слава то, что Господу. У Славика есть вот это радиопередачи. Я вижу, как Господь тоже движет его служением. Я что-то раньше не замечала так много, что думаю, ну что ж там происходит. Но я вижу, что Бог создает вот это служение, и так очень приятно видеть это. И здесь да? Надо сказать, пастор Вячеслав, первый звонок, дорогие радиослушатели, услышьте, но насколько тонкий наш Господь и удобоподвижные такие духи работают на созидание по Его воле. Первый звонок я сделал Ему. Я разыскивал галочку, мне дали номер телефона, чтобы я ей позвонил, но она была занята в это время. Я позвонил Ему и говорю, как мне найти Галину? Ну, она там занятая. А как сделать так, чтобы, значит, приехать к вам? Опять я позвонил к нему. Он не успел, наверное, еще и подумать. Я уже был в Сакраменто, и мы уже были на первой радиопередаче здесь спустя какое-то время. То есть Бог все усматривал. Вот эта радиопередача, это очередная из тех, а сейчас я заговорил за первую радиопередачу. И благословил Господь его правильные слова говорить.
Я то радиопередачи вел у Портланде, и неоднократно. И там был, значит, и на телевидении, и на радио, это и как миссионер, как евангелист, это все понятно. Но до таких мелочей, чтобы Бог добрался, что это, и что первый звонок ей уже, когда я разговариваю, что меня поразило, она говорит, я была в Африке, еще не сильно засветила. Думаю, ну было, то было. Я была с Виктором Каратеевым в Африке. А Виктор Каратеев – это евангелист нашей церкви, из Благодати, прямо из Портленда. Я говорю, ты была с Виктором, а Виктор работал даже с Бонке, с Рейнхардом Бонке в Африке. Ты была с Виктором? Да я не только была в Африке, я была и в Мексике. Я говорю, все, мой человек. Как только я это услышал, у меня все загорелось внутри, это мой человек, и все. Еще больше всего поразило меня, когда... Она сказала еще одну тонкость. Я была в интернате, а мы же, я же вам рассказывал, дорогие радиослушатели, вся наша семья, кроме Любы, прошла через интернаты, через лишения, когда нас лишали родительских прав, и мы страдали за Господа. Теперь я слышу, она тоже через интернат прошла. Я еще раз говорю, мой человек. Что есть, ну, все было подтверждено так пункт за пунктом. И это был Бог. Это был Бог на созидание семьи. Потому я и говорю, наш Бог, Он есть не только Бог благодати и милости, Он Бог второго шанса, да. И Он даст тебе состояться. Никогда не унывай, не опускай рук своих, просто держись Господа. Написано, предай Господу путь твой. Вот прекрасно сказала Мариночка, что это дает надежду и ей, и другому человеку, что есть и для нее надежда. Есть для каждого, кто слышит такие свидетельства. Бог позаботится и за тебя. Не опускай рук, не унывай. Бог милости будет с тобой, и Он окажет тебе милость. Лично тебе. Аллилуйя. Слушайте, а правда, Галя, с нашего родства никто не был, нигде, никуда. Это Африка, это какие-то страны. Это могу я поехать, планирую в Польшу поехать. Ну, люблю Гавайи, ну, поехал в Нью-Йорк. Ну, и все. А вот какие-то места, это надо иметь желание, как-то непонятно, куда-то вырваться. Это что было? Это у тебя только одно? Да, ну да, мне Господь давно уже, много лет назад я знала, мне Господь показывал, давал откровение, что я буду служить от концов до конца земли. Вот такие видения мне давал Господь, откровение, что Евангелие, что я буду ездить по другим странам, что Господь будет меня использовать как свой голос для наций, для народностей, чтобы... благовествовать Евангелие нашего Господа Иисуса Христа. Я хочу дополнить, вот это меня тормозило. Я так говорила, Господь, я одна не защищена, мне нужен муж, как партнер, как помощник, как покровитель. И поэтому я вот ожидала именно от Господа, потому что я знала, что двоим лучше, нежели одному. Это очень важно, чтобы исполнить предназначение, которое Бог каждому имеет. Каждому человеку Бог имеет предназначение. Надо просто узнать от Него лично, что Ты, Господь, приготовил для меня. И вот так мне Господь... дал именно мужа по моему сердцу, с которым мне легко, он тоже в том же духе двигается, и нам легко с Илюшей. И мы ожидаем, что Бог нас пошлет. Куда уже пошлет, туда пошлет. На Божьей Ниве. На Божьей Ниве. Я даже уже здесь, живя в Америке, посетил несколько стран, посетил несколько мест, прекраснейших мест. Я посетил нашу Аляску. Это когда-то это было все принадлежало России. Сейчас это американская земля, часть один из штатов. Но когда я туда приехал, опять же, с миссией, с евангелизацией, когда мы там трудились, я увидел неописуемую культуру, неописуемые снега. Мы как раз в январе были, по 1,5 метра снега, горы красивейшие. Думаю, почему Аляска когда-то была продана Америке? Все. И там были русские люди, они такие же были христиане, такой же веры, как у нас в России. Все. Как они попали сюда, как они там жили, нации разные. И я же служил в Забайкалье много, там буряты, и ненцы, там, и немки, и каких, и венки, каких только наций я не проехал. До Молдавии, до Монголии проехал туда. Везде евангелизации, множество народа, тысячи народа.
Но все равно почему-то лежит в моем сердце, вот, что я буду и благовествовать в Африке, что Бог мне говорил лично, что я поеду туда, в Мексике, там, в Китай. Этот же Майкл, за которого сказала моя возлюбленная, значит, он мне тоже пророчествовал, конкретно называл города и даже страны, где я буду пророчествовать. Я когда слышал, думаю, он не может это выдумать, потому что в моем сердце это давно. Это делает Бог, чтобы исполнить. Сначала была вера, ну, такое, знаете, о чем ты веришь. А потом была надежда. Но чтобы надежда, надежда долго не сбывающаяся, написано, сушит кости, томи дух. И Бог хочет, чтобы не томился твой дух. Он должен вывести тебя на свободу. А это опять новый левел, новый уровень. И он тебя понижает, а свою славу возвышает. И ты берешься Богом в удел. Когда мы Канаду посетили, я там был 2 недели, у этого прославленного Зинчика, и Настя Зинчик, и они потрясали наши страны СНГ евангельской вестью. Но я никогда его не видел. Когда я пришел туда, я познакомился с его дочерью. Она имела все евангельские эти богатства, которые он оставил. Он же ушел домой. Но я видел, что Бог наследие свое хранит. И Бог верен обещавший. Он просто обещал, что так будет, и так делал. Если галочке было открыто в видении, как она будет эти видеть миссионерские поля, теперь она должна войти в призвание. И вот Бог соединил. А что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Аминь. Дорогие радиослушатели, вот такая наша сегодня передача, очень приятная передача. Быть в Доме Божьем, переживать Божью благодать. Между прочим, хотел заметить, что вот наша Мария, у нас небольшая группа прославления, она поет. Я несколько раз чуть не упал с силы Божьей. Я наполнил слезы, благодать сошла. Мария, это что такое произошло? Это Господь посетил? Кстати, не забудьте, дорогие радиослушатели, мы не просто приехали, мы хотим встречу иметь в это воскресенье. Во сколько, пастор, во сколько мы имеем? 2 часа. В 2 часа дня. И просто спланируйте, чтобы вы в воскресенье имели встречу с нами. Объяви адрес, пожалуйста, пастор. Дорогие радиослушатели, хочу сказать, конечно, помните, да, написано есть, вот помните, Давид сказал, ты помазал меня елеем радости. Наверное, самое дорогое, что в жизни есть человека, это присутствие Божье. Мы его как-то никогда раньше в жизни не имели. Наверное, счастливые люди, которым вот приходит Господь в жизни. И это большая радость. Мы же, наверное, мы все недостойны. А вот Господь посещает нас такой большой радость. Это, наверное, самое ценное, что в жизни было. Это, как я помню, у Дана Шепард, как и пришел на полчаса последний послушать, что там творится в церкви. И почувствовал Бога. И потом другой раз пошел быстрее. Третий раз говорю, не оставляйте, не закрывайте церковь. Здесь радость самая большая, которая есть на земле. Поэтому это действительно... Наверное, многие люди еще не знают Бога. Вкусите, какой благ Бог. Вот эту благодать Духа Святого пережить. Пригласи их на воскресенье, скажи. Да, мы приглашаем, дорогие вас, радиослушатели. Посетите, это будет 5423 Palm Avenue, где мы обычно ведем. Небольшая церковь, вот сейчас мы там находимся. Старшие люди, молодежь служит в своем служении сейчас. У меня сын служит с молодежью, слава Богу. Они активно там с невесткой, там у них библейная школа, и многие радуются. Я смотрю, и его Господь использует сильно с молодежью. И я, для меня это... А мы здесь вот старшие люди. Ну, не только старшие, приходите разные люди, молодые, старшие люди. Иметь молитву, будем иметь общение. Будем входить в ваши нужды, у вас есть нужды, благослови Господь, чтобы они разрешились. Потому что одно прикосновение Бога, и этого достаточно. Я верю, что те люди, которые не нашли себя, или где-то долго, и они не могут найти, посетите нас. Может, Господь и вам даст слово, даст слово радости, утешения. И Господь вас даже пошлет какие-то труды. То есть, какие труды? То есть, это служение, это радость. Да, Илья? Это радость. Это вы не уставали и в Африке, и где-то, и в тех местах, где, я думаю, как вы там можете жить, а вы все же, с вами был Бог. Правильно там? То есть, получается, да, Галя? Да, 100%.
Это значит, служения такие миссионерские, это они дают радость человеку и, наверное, не забываем, да, то есть присутствие Божие, это я так понимаю. А, вот такая вот у нас сегодня передача, и, конечно, мы будем молиться, Илья, вы много вам Господь тоже дает такого вот слова, слова Божьего для людей. Поэтому еще раз приглашаем вас в воскресенье на 2 часа дня. Воскресенье, в это воскресенье они будут нас служить. Я верю, что Господь даст слово вам. Посетите нашу церковь. Также не забывайте Первую Славянскую. Всегда молитесь за эту студию. И Первую Славянскую, где был когда-то Федор Петрович Карпиц. Место, где, наверное, здесь отсюда много людей, много церквей созидалось. И радио продолжается. И поэтому, заканчивая нашу передачу, еще раз хочу, если вы хотите, смотрите, хотели позвонить, спросить что-то или за кого-то помолиться, Илья, наверное, скажет свой телефон. 503-317-7007. Звоните, буду очень рад помочь и ответить на ваши нужды. 503-317-7007. Заканчивая нашу передачу, еще раз всем желаем добра, благословения, помощи от Бога, исцеления, радости, счастья. Да, и до вашей мечты исполнит Господь, и чтобы вы были счастливы. Илья, заканчивая нашу передачу, все равно я еще раз хочу, чтобы вы вместе склонили головы и помолились вместе с слушателями, которые нас слушают, и кто нас смотрит, тоже нас смотрит на ТВ. Поэтому, заканчивая наш еще раз, хочу, чтобы мы все преклонили Богу, помолились, преклонили головы, склонили и помолились, что и да, Господь вам ответит на вашу просьбу. Отец Небесный, Отец Славы, во имя Господа Иисуса мы все пред Тобою есть. И каждый мой радиослушатель, который слышал мой голос и евангельскую весть по радио, и сейчас может даже смотреть нас по телевидению или на интернете, пусть будет благословен, пусть надежда его превратится в радость, что Бог пришел в его семью, Бог пришел в его жизнь, и что есть надежда в Господе. Держаться Господа – это славно. Держаться Господа – это новое веселье и новое вино, как говорит Писание. И пусть Дух Святой просто осенит дом каждого и озарит сердце каждого прямо сейчас. Войди в жизнь каждого. Я также молюсь за больных людей, которые, может быть, потеряли даже надежду на выздоровление. Пусть Дух Святой коснется тебя и от темени головы пусть затронет тебя. И сила Всевышнего пусть исцелит тебя, потому что в ранах Иисуса есть исцеление для каждого из нас. Будь благословен. До скорой встречи. Если придешь в воскресенье, буду рад очень служить вам во имя Иисуса. Аминь.